Друзья, всем привет! Заходите, посмотрите, что мы сегодня сделали нашей командой. Начнем давайте отсюда, с прихожей. Смотрите, какое классное дерево мы использовали. Это у нас шкаф, открывание от нажатия. Здесь мы спрятали все коммуникации, ящик. Здесь у нас роутер, интернет, телевидение спрятали. Таким вот образом обыграли этот ящик. В нижней части мы тоже использовали свободное пространство. Здесь, ну, некая такая заначка получилась. Парящая тумба, как вы любите. На ней можно даже прыгать. Зеркало. Зеркало высотой 2800. Толщина 4 мм. С еврокромкой сделали. И приклеили все это к стене. Посмотрите на эту часть. Мы сделали откосы из ЛДСП. Посмотрите, какие стыки. Четкое примыкание всех деталей, всех панелей к дверной коробке. И также установили здесь панель. Идем дальше. Что за этой дверью? Правильно, здесь гардеробная, которую мы изготовили. Идемте посмотрим. Сама гардеробная не очень широкая, но мы постарались использовать максимально пространство. Здесь мы установили выдвижные ящики со скрытой фурнитурой, то есть никаких элементов фурнитуры здесь не видно. С этой стороны установили две штанги, одна из которых съемная. Здесь также штанга, и в нижней части тоже штанга. Самое интересное в гардеробной, смотрите, за этим фасадом. Здесь у нас 7 сетчатых полок под обувь. Смотрите, какая красота. Как вам такая гардеробная? Идемте дальше. Смотрим, что мы сделали в гостиной. В гостиной мы сделали вот такую вот просто огромнейшую тумбу. Представляете, она длиной 2600. Здесь мы сделали два больших ящика, в котором сделали технологические отверстия для того, как здесь будут использованы роутеры, приставки игровые, для того, чтобы можно было подключить. Здесь есть сопутствующие розетки там внутри, для того, чтобы на самой столешнице здесь никаких приборов не было. Вся фурнитура так же, как и везде, со скрытым крепежом. Здесь такие вот ящички у нас. Классная столешница, классный цвет. И давайте посмотрим, что у нас здесь. А здесь у нас просто огромный шкаф, вот такой вот. Посмотрите, какой он большой. Какой классный. Цвет изумительный. Открытые полочки. Ну, наверное, здесь что-нибудь, книги, или какие-то поделки можно будет ставить. Мы поставили штангу. Внизу у нас полка. В этой части мы по максимуму, по просьбе заказчика, сделали кучу-кучу полок. В верхней части просто антресоль. Большие, глубокие полки. Вся фурнитура с доводчиками. В крайней части у нас также полки. Вот такой вот огромный классный шкаф. Идемте дальше. Уже готовы посмотреть дальше? Идемте тогда. Здесь мы сделали тоже огромный комод. Комод у нас парящий, так же как и тумба. Никакого цоколя у нас здесь нет. Смонтировали и закрепили мы его на стену с помощью соответствующего подвеса. Здесь у нас 9 ящиков, огромных ящиков. Смотрите, какие они огромные. Фурнитура также вся с доводчиками. Здесь мы установили тумбы, прикроватные тумбочки с этой стороны и с той стороны. И смотрите, шкаф. Мне он очень нравится, этот шкаф с огромными зеркалами, с дизайнерскими ручками. Здесь у нас также присутствует штанга, полка.
В этой части у нас две штанги. Вверху, внизу. Внизу она тоже съемная, эта штанга. В левой части, соответственно, у нас открыты полочки. Книги, поделки, либо какие-то вещи свои заказчики смогут убрать. Верхняя часть у нас антресоль. Открывание от нажатия. Большие глубокие ящики. Благодарить дизайнера, с кем мы работали совместно в этом проекте. Это Мария Пенская, крутой, классный дизайнер. Есть в Иванове, обращайтесь. Ссылку на данного дизайнера я оставлю в комментариях.